Бог есть свет. Бог есть свет. Ты, Боже, есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы. Ты, Господи, есть свет, и в Тебе нет никакой тьмы. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя. Благословен Бог наш. Аллилуйя. Благословен Создатель наш. Благословен наш Учитель. Слава Тебе, Господь. Бог есть свет, Бог есть любовь. Нет в нем никакой тьмы, абсолютно. Нет в нем никакой тьмы, даже пятнышка. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благословен Ты, Бог наш, этим добрым утром. Благослови сегодня, добрый Бог. Благослови сегодня всех нас. Благослови, Господь, эту трансляцию. Да, и кто онлайн подключается сейчас, да, уже 6 часов уже есть уже, кто подключается, кто будет подключаться, кто потом в записи будет смотреть это видео. Благословляю всех вас во имя Господне. Благослови, Боже, пусть Слово Твое живое и действенно, оно оживотворяет, потому что у Тебя не останется бессильным никакое Слово, Боже. Потому что всякое Слово Твое, Боже, то, что Ты сказал, это не на ветер, это не в пустоту. То, что Ты сказал, то, что Ты говоришь, это всегда истина, это правда, этому можно доверять, Господь, смело. Этому можно доверять смело. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Вот, можете тоже прочесть у себя как раз. Тоже в Слове, в Библии, да, 6 утра, да, уже трансляция, которую я провожу. Сегодня я также провожу из Санкт-Петербурга. Правда, в трансляции смотрю все как-то задом наперед. Ну ладно. Я написал здесь: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Шалом, Света Дьяченко пишет. Аллилуйя. Аллилуйя. Шалом, мир всем вам. И шаббат шалом. Сегодня суббота, сегодня такой особенный, такой трогательный день такой для меня. И, знаете, я переживаю эту благодать Божью. И вот в этих словах, аллилуйя, я прочитаю сейчас 1 Иоанна, с самого начала, послание Иоанна Богослова, да, о том, что было, он пишет в своем послании, первом послании, первая глава, самое начало. Иоанн пишет о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. Слово жизни. Слово для нас — это не просто слово, знаете ли, на ветер или слово какое-то. Нет, это слово Божье в первую очередь. Это сам Господь наш, это Спаситель наш, Иисус Христос. Аллилуйя. О слове жизни. Ибо жизнь явилась, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, жизнь явилась. Там, где является жизнь, смерть отступает. Жизнь явилась, и мы видели, он пишет, да, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь. То есть это не просто даже временная жизнь, это вечная жизнь, она явилась, которая была у Отца и явилась нам. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Жизнь вечная, слово жизни, которое у Тебя пребывало, в Тебе пребывало вечно, явилось нам на этой земле. Спасибо Тебе, Господь, благословен Ты, Царь наш. О том, что мы видели и слышали, пишет Иоанн дальше в 3 стихе, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, шалом, мир Божий, да, Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Аллилуйя! Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Аллилуйя. Я сегодня с утра провозглашаю это слово. Вот, и вчера еще эту составку там приготовил, картинку эту.
как раз, который обозначил сегодня для трансляции на Ютубе, на своем канале. «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Это как раз вот 1 Иоанна, 1 глава, 5 стихом записанное слово, оно просто обжигает, оно для, знаете ли, людей, живущих во тьме, живших, допустим, годы какие-то во тьме, если свет воссияет, то это, не знаю, это резко. Представляете, вот если человек долгое время жил в темноте, в полумраке, допустим, да, шалом благодать, да, шалом Александр, аллилуйя, и вдруг резкий свет включить, то что, ну, он ослепляет, да, человека слепит. И вот я обычно сравнение такое, как автолюбитель, говорю. Вот если, допустим, вы едете по автотрассе, да, значит, и вот навстречу машины идут, и они, значит, с включенными фарами. Если это днем, это вас так сильно не беспокоит, если светло на улице, да, ярко, солнечный день, допустим, то есть это они вас не слепят. Но если это вечером, это уже, да, заметно, ярко. А если это кромешной тьмой, если это ночью, глубокой ночью, то это вообще, это просто ослепляет вас. И вы там сигналом подаете, чтобы они перешли на ближний свет. Потому что, ну, поубавили свет, потому что, ну, очень ярко. Знаете ли, когда Моисей сошел с горы, он даже не понимал этого. Он был в присутствии Бога, и совершилось преображение его такое сильнейшее. Вот наподобие того, что описывается уже в Новом Завете, также Иисус говорил, Моисей, простите, говорил как раз об Иисусе грядущем, да, о Спасителе. Он говорил, что пророка, как меня воздвигнет Господь, его послушайте. Вот, и много очень таких параллелей интересных в жизни Моисея, в жизни Иисуса, да. Вот, и один из таких красивых очень таких примеров как раз вот, таких схожестей. Есть и много расхожестей, но есть много и схожестей очень интересных. Вот духовно вот такие схожести потрясающие вот особенно проявились, особенно явлены как раз вот, значит, в преображении. Вот есть даже в церковной традиции православной нашей есть праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Кстати, вот сразу, чтобы, ну, не забыться, для всех, кто сейчас в эфире, кто подключен сейчас и кто потом будет смотреть видео, приглашаю всех на преображение Господне к нам в Киев, на собор. Это будет Преображенский собор. И это будет 18 августа, воскресенье. В арендованном помещении на правом берегу, на Кловской, станции метро Кловская, где обычно проходит наше богослужение с 9 утра, божественная литургия и собор, заседание собора. А уже 19 августа на левом берегу, я так предполагаю, то есть либо в Каплице святого Иосипа, «Шаббат шалом, мир Божий да пребудет с нами всеми во все дни наши», Ольга пишет, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Вот, но расписание подробно я попозже выставлю. Вот, а сейчас просто заранее, вот, прошу ваших молитв уже сейчас, потому что время идет, и уже вот май, середина мая, значит, да, значит, и времени немного остается до собора, вот, и в августе месяце, 18 августа, как раз получается, сегодня 18 мая у нас, вот, а это будет 18 августа, воскресенье у нас выпадает. И 19 августа Преображенский собор, посвященный как раз теме реформации как православной церкви, так и вообще всего мирового христианства. Потому что я как православный священнослужитель, да, я не отделяю православие от всего христианства. Потому что церковь она одна, и православие, и протестантизм, и католицизм, никакие ветви христианства, древние или новые, не могут монополизировать и заявить, что никакие веточки, что я и есть как бы все древо. Нет, ни в коем разе. Вот, Бог гордым противится, вот, и никакая ветвь не может гордиться перед другими ветвями, допустим, там, значит, это очень опасная вещь.
в Писаниях говорится, к примеру, о ветвях. Молимся за ваше служение, Ольга пишет. Спасибо огромное. Благодарю, сестра. Благодарю всех братьев, сестер, кто молится. Вот. И в ваших церквях тоже передавайте привет вот от нас, от меня лично и от нашей церкви, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Вот. Ну и если кто-то будет в Киеве, планирует в августе месяце, в середине августа, то добро пожаловать. Потому что перед собором тоже у нас будет общение. 17 августа шаббат, будет суббота, как раз предсоборная суббота. Проведем ее вместе в молитве, так в бдении. Вот, и всеношное бдение проведем накануне как раз. То есть приезжайте, да. А 18 августа это собор, Преображенский собор. Вот, 18 и 19 августа, понятное дело. Вот, слава Богу, друзья. Поэтому молюсь я о преображении. И вот сегодня вспоминаю вот эти эпизоды преображения, описанные в Писании, в жизни Иисуса и в жизни Моисея. Очень красиво описано это. В жизни Моисея это описано как раз его момент схождения с горы. Он даже не знал, что он в таком преображении сейчас находится. Но он, конечно же, и знал, и не знал. Потому что все в сравнении. Знаете ли, когда ты ходишь во свете, то кажется и все во свете. Но когда он пришел к людям, которые еще не во свете, то эти люди, они просто не могли смотреть на него. Они попросили его накрыться тряпочкой, накрыться полотенчиком. Значит, пожалуйста, Моисей, ты очень сверкаешь, ты очень яркий. Вот, и они не могли просто смотреть на него. Ну и Моисей, да, он разумел, что значит, когда во свете, он думает, что все во свете. Но на самом деле далеко не все во свете. К сожалению, мы даже из Писания знаем дальше повествование Моисея, что очень многие возлюбили тьму. Вот, и свет-то пришел к ним, свет пришел к ним, и в лице Моисея действительно свет посетил Израиль. Бог осиял, как бы, да, он осветил Моисея и освятил и осветил, значит, и светом своим просветил, и он вышел весь сияющий с горы, свет пришел в мир. Но люди, к сожалению, как мы видим дальше из книги «Исход», «Числа», там все эти истории мы видим, да, из Пятикнижия Моисеева, что люди более возлюбили тьму. Вот это печально. И целое поколение израильтян, да, осталось лежать костьми там, в пустыне. Возлюбить тьму опасно, это приносит всегда смерть, это приносит всегда разрушение. Вот, и из всего поколения взрослых людей, которые вышли из Египта, мы знаем только лишь двое. Два человека только лишь вошло в Ханаан, вошло в землю обетованную, в землю Израиля, в землю, которую Бог обещал, да, в земле, в которой течет молоко и мед. Как мы пели тоже вот позавчера, да, здесь. В этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, эрец завет халав, халав он ваш, эрец завет халав, халав он ваш, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед, в этой земле течет молоко и мед. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. И по милости Господней все повторилось, но в еще большей степени, потому что через Моисея закон, а через Иисуса Христа благодать и милость, несравнимая даже вообще, без сравнения большая. То, что было в судьбе Моисея, то, что было в служении Моисея, это стало лишь маленьким отблеском славы Бога, это стало лишь прообразом, это стало лишь притчей, это стало лишь вот таким, как бы, да, пророчеством. Все служение Моисея стало неким пророчеством о грядущем Машиахе, о грядущем Христе. И с момента пришествия Машиаха, с момента Рождества Христа стал созидаться новый храм святой в Господе. И когда пролилась кровь Машиаха на Голгофском кресте, то действительно свершилось, как он воскликнул, совершилось.
Дело искупления рода людского. Искупление человеческого рода свершилось, и всей нашей истрадавшейся земли. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, благословен Господь. Царь наш, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Братья, сестры, дорогие друзья, и говоря о преображении Моше, Моисея, тут же параллель, да, благословение такое потрясающее, преображение Спасителя нашего Иисуса Христа, которое было совершено с учениками, да, предучениками, получается, он взял троих, он не взял всех, вот, и взял троих доверенных лиц, вот, и потом, когда сошли с горы, Иисус не сиял, Иисус, будем так говорить, он сиял не светом вот этим вот, как вот в православии говорится, светом не вечерним, да, а Иисус сиял исцелениями, освобождениями от бесов. Как раз сойдя с горы, Иисус совершал, продолжил свое служение как чудотворец, как целитель, как освободитель, как вот изгоняющий дьявола, экзорцист такой. Иисус продолжил свое служение, и в этом был свет этому миру. Вот поэтому, когда Иоанн пишет, вот я выше прочитал, да, в самом начале сегодняшней трансляции, вот, то Иоанн знает, о чем пишет. Действительно, что осязали их руки, что видели их глаза, он описывает, как вот действительно свет явился в этот мир. По сути, Евангелие, да, и послания апостольские, вот, и весь Новый Завет записанный, да, книга, в книге, он свидетельствует об этом свете. Это не есть сам свет, это есть свидетельство о свете. Но, друзья, нельзя жить одним только лишь свидетельством о свете. Надо жить в свете. Надо жить светом. Надо жить во свете. Вот. А сам свет – это не книга, это не какие-то науки. Это сам Иисус Христос. Александр пишет, да, 100%. Да, 100% это точно. Жить самим светом. А сам свет – это сам Иисус Христос. И ни в ком другом нет спасения. Братья и сестры, дамы и господа, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Так вот, Бог есть свет. Еще раз, вот это место из Писания. Аллилуйя! И сие пишем. Аллилуйя! Чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. От Иисуса они слышали это благовестие, они видели это благовестие, они были свидетелями этого благовестия. Иоанн пишет действительно как свидетель этого благовестия. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И сегодня и я, и ты, и миллионы верующих свидетельствуем о свете. Но мы не есть сам свет, как и Библия. Не есть сам свет, так и мы не есть сам свет. Сам свет – это Машиах, это сам Христос, Иисус. И поэтому мы говорим, примиритесь с Богом. Поэтому мы свидетельствуем о свете, когда исцеляем больных, когда проповедуем Евангелие Христово, приводим к Иисусу грешников, да, призываем к этому. Когда совершаем, вот, одним словом, живем жизнью света, как Иисус. Он показал, как являть свет этому миру, в исцелении больных, в освобождении от бесов, в воскрешении мертвых. Он совершал на этой земле. Мы как бабочки, летающие к свету. Красивое сравнение, но, честно говоря, я с детства примеры немного другие знаю. Вот, потому что бабочки, они обжигаются, значит, и на свету они погибают. На огонек, когда летят, значит, вот. Как бы с детства я замечал такие вещи. Вот, но свет, действительно, свет, он не просто даже, ну, можно сравнить с бабочками, в принципе, красивое сравнение, да, такое живописное сравнение, но это больше для неверующих, наверное. Они как летят на свет, как вот бабочки, действительно, неверующие люди, они интуитивно ищут Бога, да, и обжигаются, и умирают. Вот, значит, и оживают уже новыми людьми уже, вот, потому что свет этот, он поселяется внутри нас уже, вот,
Потому что человек, ходящий уже во свете, верующий человек, христианин, это уже человек, ходящий во свете. Вот, и живущий этим светом, живущий уже Христом, живущий Богом. Вот, и пусть Господь благословит нас в этом хождении во свете, хождении в Слове Его, хождении в истине Его. Вот, и свидетельство о свете, да, это Слово Божье, свидетельство о свете, это проповедь евангельская, свидетельство о свете, это чудеса, знамения, свидетельство о свете, это наше хождение в нем, пребывание в этом свете жизни. Но сам свет, это сам Иисус Христос. Сам свет, это сам Господь наш. Именно Он есть этот свет. Все. Это правда на самом деле. Вот, но как было во времена Моисея, так и в наше время, в принципе, тоже. Да, Роза, аллилуйя, доброе утро, будем во свете, аминь. Салям, Роза, салям, мир, шалом, слава Богу. Вот, и действительно, как в то время, мы, во времена Моисея, 3331 год тому назад, когда совершался Великий Исход, в эти самые дни, кстати, он совершался как раз, Великий Выход. И в эти дни, вот сейчас отчет такой есть, отчет Омара, это время как раз вот, когда мы вспоминаем, когда уже вышли из Египта, но к горе еще не подошли. Вот этот путь, этот путь, да, на протяжении вот, да, 40 дней, маршрут такой был, очень интересный маршрут, путешествие нашего, получается, из Египта туда, к горе, где Бог дал заповеди. А потом были еще 10 дней ожидания. Вот, были последние дни ожидания перед тем, как Слово Божье прозвучало, перед тем, как Тора была дана, дарована и страдавшемуся человечеству. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш. Вот, и также и Машиах, он поступил во исполнение Слова Божьего. Салям, шалом, мои друзья. Шалом, шалом. Вот, и Машиах также поступил, как первый сноп, он воскрес в день первого снопа. Значит, да, значит, связано это было с Песохом, с Пасхой, вот, который с детства Иисус праздновал со всей семьей своей, конечно же. Но он стал и исполнителем этого праздника. Наша Пасха, потому это уже не просто красный день календаря. Наша Пасха – это сам Господь Иисус Христос, сам Иешуа Машиах, Иса Масих. Он есть наша Пасха. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот, и, друзья, действительно величайшее чудо. Сам Машиах, он исполнил это слово, исполнил эти праздники. И он, когда воскрес в день первого снопа, вот, когда все мужчины шли со снопами туда, к храму, все израильтяне, все евреи шли туда, вот, женщины были свободны, вот, поэтому, когда мы читаем повествование, что именно женщины побежали на гробницу с миром, с маслом, чтобы помазать тело Иисуса. Некоторые толкуют это как именно боязнь учеников, страх их, именно, что их вот арестуют, они попрятались и не пошли даже вот помазать тело Иисуса. Но это не так, в общем-то. Ну, это можно допустить, такое толкование, как бы это одно из толкований, как бы вполне, да, так, уже как бы исторически уже такое распространенное толкование. Но именно, если брать еврейскую традицию, брать именно саму Библию, библейское объяснение, то это не так, конечно. Вот, потому что в библейской традиции мы знаем, что Библия говорит как раз после той субботы, пасхальные, что делали мужчины все на уже третий день получается, да, мы знаем из Торы, знаем из Библии, что резали снопы и приносили к храму, вот, все мужчины обязаны были быть там, вот, и, в общем-то, это было как раз знаком того, что они не струсили, а наоборот, они были в гуще всех событий праздника, вот, они почтили праздник Господний, они пришли со снопами своими туда, к храму. А женщины, будучи свободными от этого обряда, от этого празднества,
Вот они как раз взяли ароматы и побежали на гробницу, чтобы, значит, помазать тело Господа. Вот, и они еще думали, кто же нам отвалит камень? Камень-то большой, а мы женщины. Потому что ни одного мужчину нельзя было найти, даже по округе, в общем-то. Вот в чем дело. Вот, и, но интересно, что Иисус, когда воскрес, Он 40 дней являлся ученикам. Кстати, в православной церковной традиции, древней очень, ну, полутора тысячелетней уже традиции, все эти дни принято петь «Христос воскрес» и приветствоваться «Христос воскрес». О, ес! Так что можно поприветствоваться. «Христос воскрес», таки воскрес. И поется вот это вот красивое песнопение старое. Мы тоже поем это в церкви. «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и всем мертвецам жизнь даровав. Христос воскрес». О, ес, Роза пишет, да, понравилось вам, да? Да, это я как бы там пел, ну, в другом уже немного стиле, так, рэпом. Христос воскрес, Христос, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. О, ес, о, ес, Христос воскрес. «Я жил во тьме греховной, был Богом себе сам, но Иисус воскресший к себе меня призвал. Теперь живу я с Богом, свободным от греха. Иисус Христос воскресший, Он праведность моя. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. О, ес, о, ес, Христос воскрес». И дальше другие стихи. Я сам не рэпер, но пока ехал вот там в Тулу, однажды я ехал, ну давно это было еще, и вот... Пока ехали, вот, и записал такие стихи, они как бы родились сами собой вообще. Я их спел там как раз вот на евангелизации, и молодежи очень понравилось там. Я говорю, я не рэпер, я просто батюшка, но вот, ну, за что купил, зато продал. Вот вам стихи такие, которые по дороге, ну, это от Бога, это от Него, потому что я сам в таком стиле вообще никогда не думал выступать. Да. Вот так. А потом эти стихи я как-то пел, там другие куплеты были, но я уже подзабыл уже, но надо посмотреть, блин, записи свои старые. Вот. И потом пел, это все пел и где только не пел, где, короче, и в Ижевске, в Удмуртии, и в Чебоксарах, и в Казани, и в Риге, в Таллине, короче, в разных городах пел, в Воркуте пел. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Вот, и Иисус во исполнении вот этих пророчеств библейских, да, праздника, Он на самом деле воскрес в праздник первого снопа, получается, вот, первых снопов этих, вот, и на протяжении 40 дней Он являлся ученикам. И вот поэтому говорю, на протяжении 40 дней празднуется в православной традиции церковной праздник Пасхи Христовой, да, праздник Пасхи Господней. Хорошая традиция, мне она нравится очень. Заходишь в храм, там любая служба в храме там начинается вот с этого как раз. Христос воскрес из мертвых, аллилуйя. Вот, хорошее песнопение. Затем на 40-й день, да, значит, Машиах, он вознесся. Христос вознесся, и поэтому празднуется даже в церковной традиции православной Вознесение Господне. В четверг, да, оно выпадает всегда, даже такая пословица есть, поговорка такая есть народная, да, не бывает Вознесения в воскресенье, а всегда в четверг. Вот, ну а так оно и есть, попадает так вот, как бы всегда, если отсчет вести 40 дней. Вот, а потом, после 40-го дня Иисус вознесся, ну, он попросил учеников никуда не уходить из Иерусалима, пребывать там, значит, пока не облекутся они силой свыше. Ну, буквально, как вот в сцене с выходом из Египта, да. Да, это да, но православное воскресение Господне не совпадает с истинным. Календарно, да, календарно не совпадает из-за, ну, я об этом тоже рассказывал много раз уже, из-за антисемитизма, такой многовековой проблемы, вот, всегда все позже совершается, всегда, и это, ну, печально, конечно, это наследие мрачного средневекового такого прошлого, наследие антисемитизма, такого православного фашизма, такого,
Вот, и, конечно, преодолеть это не так-то просто. Вот, поэтому я, не знаю, общаюсь с разными православными священнослужителями, говорю об этом, конечно, но чаще всего такое у меня ощущение, знаете, как вот об стенку горох. Вот, по-человечески я понимаю, реформация невозможна вообще. Вот, но невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому Богу все возможно, и поэтому доверяю Ему, молюсь и понимаю, все больше и больше осознаю с возрастом, все больше и больше осознаю, что и поливающий, и насаждающий ничто, а все Бог взращивающий. Действительно, Он все. Потому что сколько бы мы ни поливали, сколько бы мы ни говорили, ни толдычили, там, значит, там, как об стенку горох, действительно. Вот, но когда Он, Бог, да, совершает это чудо, раз, глядишь, и заколосилось поле, глядишь, и проросло, глядишь, и плод принесло. Поэтому, действительно, и поливающий, и насаждающий – ничто. Мы насаждаем, поливаем, конечно, стараемся, но понимаем, что это есть ничто в сравнении с тем, что Бог. А Бог есть все. Бог есть все. Он все совершает, действительно. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и да, Иисус, Он, сказав это, действительно вознесся. И ученики ожидали еще до дня Пятидесятницы. В день Пятидесятницы, да, они были вместе, при наступлении дня Пятидесятницы облеклись силою свыше. Силою свыше. Аллилуйя. И вот поэтому, знаете, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это великое послание. Это великое свидетельство этому миру. Вот, и они стали сами свидетелями. Не просто они свидетельствовали о свете, да, значит, своими писаниями, допустим, да, Иоанн. Это возможно было бы, да, конечно. Они не просто говорили о свете. Они сами стали свидетельством света Божьего. Стали свидетелями лично. Каждый из них стал свидетелем. И каждый мужчина и женщина, что были там, в той горнице, в день Пятидесятницы, облегшись силой свыше, Дух Святой сделал свидетелями, их самих свидетелями. Их самих сделал этим свидетельством. Это потрясающая история любви. Потрясающая история Божьей любви, когда Бог поселился в самих человеках. Исполнилось в день Пятидесятницы. Вот мы приближаемся уже ко дню Пятидесятницы. Вот, вот. И ведем отсчет Омера. Кстати, я себе на телефон тоже скачал, чтобы не путаться в датах. Вот рекомендую простой еврейский календарь. Он так и называется, простой еврейский календарь. Вот. И вот здесь вот смотрю, 1 Сивана у нас уже будет 4 числа. Да? Вот. И Эрев Шивоос в субботу, 8 получается. 9 и 10 числа. Да, ну 9 получается воскресенье. Кстати, выпадает воскресенье в этом году. Красивое совпадение. 9 июня праздник Пятидесятницы. Шавуот. Шавуот. В Библии он называется именно Шавуот. Ну, в оригинальном тексте еврейском. Шавуот. От слова Шавуа. Значит, это недели. Отчитываем недели эти, как сказано в Писании, опять-таки. Но если прочесть по-другому, огласовка, она удивительно сейчас, современная огласовка. Дело в том, что прочесть можно по-разному, те же самые буквы иврита. Можно прочесть как не шавот, а как швот. Швот это уже похожее произношение, но это совсем другое слово. Означает клятвы буквально. Швот. Клятвы. И получается, это даже не просто от, когда в конце от, это значит много, множественное число. От. Допустим, цева от, в конце от, да, значит тоже это множество воинов. Он как бы Господь множество воинств, да, значит от, когда в конце от. Вот, там какие еще слова, ну там много слов этих, да. Вот, значит, и буквально клятвы. Какие клятвы? Тогда, 3331 год тому назад, вот мы будем вспоминать как раз, вот получается, 9 июня, да, вот, да, у нас выпадает это
6 Сивана будет, да, 6 Сивана, уже месяца Сивана будет, 9 июня, еще раз, на всякий случай точнее. Да, 6 Сивана в этом году выпадает на 9 июня, воскресенье, это будет первый день Пятидесятницы, и 10 июня, второй день Пятидесятницы, праздник Шивуот. Вот, и клятвы, какие клятвы? Бог клянется нам, мы клянемся Богу. Вот в этом есть как раз вот эти вот клятвы. Клятвы верности, клятвы любви, клятвы вечной любви. Бог клянется самим собой. Это потрясающие вообще события планетарного масштаба. Потрясающие события для всей Земли. Потрясающие события для каждого человека. Не только для тех, кто вышел из Египта, вот, евреев, неевреев. Но это для всех, всех и сегодня, сейчас, всех евреев и всех неевреев, всех людей нашей страдавшейся земли. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь Вселенной, благословляю великое имя Твое. Вот, и именно в день Пятидесятницы, вот почти 2000 лет тому назад, совершилось великое чудо. Сошел Руах Акадош, Дух Святой, Дух Божий сошел на учеников. Их было человек 120, немного тех учеников. Сегодня нас, учеников Господних, великое множество. Миллионы, миллионы, миллионы по всей земле. Да, от края до краю. Действительно, немерено верующих сегодня. А тогда, в общем-то, с небольшого ручейка начинается река. Маленький ручеек был тогда еще. Христианство, мессианство, да, это всего лишь человек 120. Вот, значит, написано человек 120, да. Вот, мужчины, женщины, кстати, там в Деяниях как раз последний раз упоминается в Библии Нового Завета Матерь нашего Господа Иисуса Христа, Мария. Она была там, она была верующая, верной, да, дочерью Божией, и она до конца была с верующими, и она дождалась тоже обещанного от Отца, о чем Сын ее и Господь свидетельствовал. Вот, слава Богу, так что она, Мария, наша сестра возлюбленная в Господе, вот, и слава Господу, она и Матерь нашего Господа Иисуса Христа, и она же наша сестра в Господе, во Христе Иисусе, аллилуйя, в Духе Святом, аллилуйя, аллилуйя. Поэтому я многим православным тоже говорил, и батюшкам тоже, вот, Мария-то, Матерь нашего Господа, крестилась Духом Святым, погрузилась в Божий Святой Дух. А чё ж вы-то стоите в сторонке, да, как девчонки, давайте погружайтесь в Дух Божий, в Дух Святой, погружайтесь, погружайтесь, аллилуйя. Господь вообще хочет, чтобы все погрузились верующие в Него, потому что Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, друзья. Кто любит свет, он благословен светом Божьим, да, потому что Бог есть свет. А кто любит тьму, тот, да, будет осужден. Вот, и уверовавших сопровождают знамения, их множество, великое этих знамений. Здесь сейчас смотрю, здесь, что у нас здесь есть. Так, здесь иллюстрацию хотел сделать какую-то, пример какой-то. Но здесь нету пока иллюстраций этих, ну ладно. Вот, и я скажу о чем, братья, перед причастием, перед хлебопреломлением, потому что сегодня тоже совершаю хлебопреломление, причастие я приготовил здесь вот как раз тоже. И я сделал просто воды и с сиропом, вот, с вареньем с этим. Вот. И у меня вот есть у меня такая булочка, это такая вот. Вот эта булочка. А вообще, сегодня вечером уже, кстати, начинается Песах Шени, вторая Пасха, интересно, классная очень, хорошая тема. Вот, и для тех, кто опоздал, как написано в Торе, да, значит, кто не смог, там, кто прикоснулся к мертвому, там, и прочее, вот, они могли совершать Пасху, вторую Пасху. Так что сегодня вечером вторая Пасха начинается, интересно. По-моему, сегодня вечером, надо посмотреть, уточнить на всякий случай. Да, да, 13 сегодня Ияра, да, 13 Ияра, слушайте, полнолуние уже сегодня вечером можно будет наблюдать.
Правда, здесь белые ночи, но луна-то будет видна, наверное. Я, кстати, не обращал внимания, вот вчера, позавчера не обращал внимания, какая луна. Вот сегодня вечером должна быть уже полная, вот, ночью, ну, это и светлой ночью. Здесь, в Петербурге, здесь сейчас такие ночи, что вот хоть газету читай, вот такая яркая светлая ночь. Поэтому непонятно сейчас даже, вот, как бы, ну, уже утро, уже понятно по времени. Уже почти 7 утра, кстати. Вот, слава Богу. Хорошо, друзья. Вот, и прошу Господа сегодня, Он есть свет, на самом деле свет. Еще раз прочту это. Из Торы. Нет, я. Тора, ора. Из Торы уже Нового Завета. Из Слова Божьего. Но хочу напомнить еще раз, для, ну, ясности, что Библия, да, это лишь свидетельство о свете, это не сам свет. Поэтому не путайте кислое с пресным, да, значит, Божий дар всеищенцы, как говорится. Сам свет – это сам Господь Иисус Христос, Он есть свет. И вот сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вот для чего написано это было, да? И вот благовестие, которое слышали, мы слышали от Него, и возвещаем вам. Что они услышали от Него, от Иисуса, и что они возвестили нам и возвещают нам через эти Писания? Самое удивительное. Спустя даже 2000 лет, малопонятное слово. Оно и понятное, но и оно 2000 лет раскрывается, постепенно раскрывается это послание. Вот, послание любви. Но до сих пор оно еще не раскрыто, это послание любви. Оно раскрывается, раскрывается. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Он есть свет. Ты есть свет, и нет в тебе никакой тьмы. Отец, я благодарен тебе. Бог святой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, сущий на небесах, Отец мой, родной мой, возлюбленный, ты прекрасен, ты самый сильный, ты самый могучий, ты самый добрый, самый нежный, самый ласковый, ты самый великий, самый прекрасный. Спасибо, спасибо. И ты есть свет, и нет в тебе никакой тьмы. Боже, помоги. Помоги это осознать, осознавать, понимать. Помоги этим жить, погружаться в твой свет, а твоему свету погружаться в нас, верующих, в меня, в тебя, в каждого из нас. Да погружается этот Божий свет, а мы погружаемся во свет Бога. Я ныряю в твой свет, просто погружаюсь сейчас в твой свет, в котором нет никакой тьмы. Это ты есть, это твоя любовь, это тот океан твоей божественной любви, который восхитителен. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо за океан твоей любви, в который погружаюсь я сейчас и благодарю тебя. И это Евхаристия, которую совершаю сейчас, причастие, Евхаристия, Боже, это действительно восхваление. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, благодарю тебя. Боже, к
кровь Твоя, тело Твое. И я принимаю с благодарением Божьим. Казалось бы, просто хлеб, да, но я знаю это тело. Я рассуждаю о теле Твоем. Я возвещаю смерть Твою. И для меня это великая честь и великая радость, великое вдохновение, потому что в этом великое Евангелие Царства Божьего, Царства Твоего. Потому что так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Я благодарен Тебе. И принимая причастие, налейте себе тоже или соку, или воды. Рассуждаем о теле крови Христа. Образ, потрясающий сильный образ Бог дал. Хлеб. Хлеб и вино. Но у меня здесь нет вина, у меня здесь просто вот подкрашена вода сиропом таким этим вареньем тем. Но я рассуждаю сегодня о теле крови Христа. Иногда причастие просто берут, часто рассказываю об этом, да, на улицу, допустим, беру просто бутылочку воды, какие-то сухарики, вот, и могу где-то в парке просто сесть, допустим, на лавочке, помолиться, вот, Бога поблагодарить и совершить таким образом там литургию, вот, глоток воды, сухарик, вот, и, ну, самое главное, рассуждение о теле крови Христа. Где-то в метро еду, в поезде, в автобусе, в троллейбусе, я с попутчиками вот на Блаблакар ехал, допустим, да, я тоже совершаю причастие и Евхаристию, но такое бесконтактное, я называю это. То есть ничего не принимаешь, как бы, да, но рассуждаешь о теле и крови Христа. Само наше это рассуждение о теле и крови Христа, это уже есть причастие, наше сораспятие, это наше погружение в эту тему. Потому что причастие совершается здесь, в первую очередь, и здесь. И вот это благодарное сердце, благодарность за любовь Божью, когда мы благодарим Бога Всемогущего за все, за тело, за кровь Его, погружаемся в эту тему крови Христа, тела Христа, то совершается причастие каждый раз. Причащаемся мы тело и крови Господа нашего Спасителя. Контактно или бесконтактно, но самое главное, погружаемся в Него, пропитываясь им в океан Его любви, Его света. Потому что Бог есть свет, Ты есть свет, Господь, и нет в Тебе никакой тьмы. Я благодарен Тебе, Господь, благодарен Тебе. Вся тьма, которая в Боге нами видится, на самом деле это тьма человеческая, это тьма религиозная, тьма невежества, тьма, которая в сердцах наших людских, но это не в Боге. На самом деле все то темное, что люди могут представлять о Боге, видеть в Боге, как бы, на самом деле это лишь в нас самих, в людях, но это не в Боге. На самом деле Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Люди могут писать о Боге всякую тьму, но и действовать во тьме, да, но на самом деле это не Бог. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Никакой, абсолютно никакой. Он есть свет. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Там, где свет, там Бог. Там, где Бог, там свет. Там, где тьма, нет Бога. Там, где нет Бога, там тьма. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, драгоценный, спасибо, возлюбленный, спасибо, прекрасный Бог мой. Спасибо, Ты есть свет, и нет в Тебе никакой, никакой тьмы. Благодарю Тебя. Этим субботним утром я... Для меня великая честь сегодня преломлять хлеб, Боже. Поднимать этот бокал во славу Твою, принимая причастие, Евхаристию, хлеба преломления. Господь, тело Христа, аминь. Кровь Христа, аминь. Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аминь. Спасибо. И рассуждаем о теле Христа и крови Христа. Я рассуждаю сегодня так, что телом ломимым моего возлюбленного Спасителя Иисуса
кровью святой Иисуса Христа я спасен навеки. Я исцелен, я благословлен всеми благословениями небес. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Я принимаю этот, Боже, и благодарю тебя, Господь, твой дар, твой. Спасибо тебе, спасибо, спасибо. Аминь. Аминь, аминь. 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 Аминь, аминь, аминь. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо за жизнь мира всего, всего мира, всего мироздания. Ты отдал свою жизнь, свою кровушку за нас пролил. Спасибо. Спасибо, милостивый Государь, спасибо, Бог мой, спасибо, Царь царей, Господь господствующих, слава тебе, слава и хвала. Слава, слава Агнцу Божьему, слава, слава Агнцу Божьему. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Драгоценный мой Спаситель, благодарю тебя за кровь святую твою, благодарю тебя за спасение твое, за жизнь вечную, исцеление твое, благословение твое. Боже, ты есть свет, и нет в тебе никакой тьмы. Спасибо тебе. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Родной, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо. Господь, спасибо. Мой Бог, спасибо. Родной, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал. Ты за меня жизнь свою ведь отдал. О, спасибо. Спасибо. Ты свет. Спасибо. Нет в тебе никакой тьмы. Спасибо. Ты благой. Никто не благ, как ты, Бог мой. Спасибо. Спасибо. Братья, сестры, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, абсолютно никакой тьмы. Благословляю вас, братики, сестрички, дочечки, сыночки, небесного нашего Папочки, нашего Авы, нашего Бога Святого. Свято имя Его. Спасибо, 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 Господь.
благословляю свой дом сегодня, благословляю свою супругу, детей наших, внуков наших, благословляю священническим благословением, благословляю всех, кто в трансляции сейчас онлайн, тех, кто потом видео будет смотреть, это видео в записи уже. Благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса. Благословляю. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Романда пишет тоже, да. И вам, и Александр тоже благословение дня. Аминь, аминь, аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, Божьей милостью, с берегов Невы, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь, Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Ну и в завершение наша шабатняя, субботняя. Шаббат шалом, друзья. Христос воскрес. Шаббат шалом. Христос воскрес. О, ес. Шаббат шалом. Воистину шалом. Аллилуйя. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом, субботний мир, шаббат, шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Од Авину хай, од Авину хай, од Авину, од Авину, од Авину хай. Ам Израиль хай, ам Израиль хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай. Од Авину, од Авину, од Авину хай. О, Иешуа, о, Иешуа, о, Иешуа, хай, хай. Эйвейну шалом алейхем, всем вам желаю мира. Эйвейну шалом алейхем, эйвейну шалом, шалом. Шалом алейхем. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шалом, шалом. Аллилуйя! Иерусалим, шалу шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Боже, благодарствую за этот обет.
Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем, а мы вкушаем хлеб в Твоем Царстве, мы обедаем, Господь, на трапезе Твоей, Господь, тело и кровь Сына Твоего, Агнца Твоего, истинная есть пища, истина есть питье, Боже, да, Боже, в этом убеждаемся мы, в этом я убеждаюсь. Ежедневно, ежечасно, спасибо Тебе, Господь, спасибо, я живу Тобою, дышу Тобой, Господь, Ты мой покров живой. Стал ты моей новой судьбой, дышу тобой.